Итак, всем привет, дорогие мои подписчики, также зрители моего канала, или просто кто хочет посмотреть это видео. Сегодня я снимаю такое видео «Умелые ручки». Это уже второй мой выпуск. Да. Итак, мы сегодня делаем кармашек для личного дневника. Для этого нам понадобятся ножницы, карандаш, линейка, белый лист бумаги и цветная бумага. Итак, из белого листа бумаги мы вырезаем такой прямоугольник, длина которого... Извините. Так, длина которого... Четыре с половиной сантиметра. Четыре с вот этой черточкой. Я думаю, вы поняли. Ой, ширина 4 с черточкой, а длина 11 с черточкой. Я думаю, вы поняли. Так, потом мы вырезаем вот такую вот, извините за телефон, да, это там зеркало, вот такой вот маленький прямоугольничек, длина которого 7 с черточкой, а ширина 2. Итак, что мы делаем? Мы берем вот эту бумажку и складываем ее кармашкой. Сейчас попытаюсь показать вам это. То есть я уже все сложила, сейчас мне только надо повторить, как я складывала. Я думаю, вы знаете, как складывать кармашки. Так вот. Мы складываем. И получилась такая вот кармашечка. Мы берем как бы бумагу на эту гармошку, можно так сказать. Вот. И вот, как сказать, там. И вот эти концы, вот видите, я положила это посередине, вот эти концы намазываем клеем. Который у вас в цветной бумаге, да? Вот эти концы мы намазываем клеем. Так. Так. Вот. Вот. Потом вот эту вот штучку саму мы тоже намазываем клеем. И приклеиваем к вот этой полосочки. И вот это все мы вот так приклеиваем на лист бумаги или вашего личного дневника. Вот за это потом мы тянем, и вот эта вот гармошечка сама выходит. Как видите, эта гармошка вышла. Потом ее туда же засовываете вы. Вот. Короче, по-обычному вы ее туда засовываете. Так же засовываем. И вот так у вас должно получиться. И тут вот на этом белом листе вы можете что-нибудь написать. Да. Итак, кому понравилось это видео, не забудьте поставить мне палец вверх. Также подписаться на мой канал внизу, если вы еще не подписаны. Оставить свои комментарии, как у вас получилось. До новых встреч!